New Wave Hiking Trail. Какие формации здесь, башни. Такое впечатление, что здесь был мировой океан. Здесь бы наша машина не прошла, песок сплошной. Тропинка идет внизу, но нас тянет наверх, как обычно. Чем выше, тем поинтересней. Такие здесь башни. Несколько башен. Красивого стиля. Великолепно, а? It's new wave. Скользят ботиночки, скользят. Самые настоящие волны, друзья. Места просто здесь замечательные. Так, в какую сторону? Сюда немножко поднимемся. Скажите, что это не волны, а? Самые настоящие волны, самые настоящие каменные волны. Чуть-чуть попроще, чем стандартные волны, но уже волны. Так, дойдем с пятачком. Большой-большой секрет. Немножко назад свернуться. Ну, здесь хайкинг трейл. Вот по низу камушки выложены. Ну, естественно, нас тянет где-то потоптаться вокруг. Поэтому туда вот пойдем. Вот они по низу, по низу. Здесь я не спущусь. Здесь очень круто. На самом деле. Вот и я. Помашите. Помашите. По волнам, по морям, нынче здесь, завтра там. По волнам, по волнам, по волнам. Камера, камера смотрит в мир, блин. Да. Надо спускаться. Настоящие профессиональные профессионалы. Так, где у нас спуск? Катрусы. Змеи. Надо спуститься к хайкинг-трейлу и пройти его завершение. Интересно, да, как они образовались, эти башни? Много. Ясно, прям видно. Полосы на этой башне. Сейчас мы за солнышко зайдем в тенечек. О, прям волны, настоящие волны. Думаю, на закате еще можно пройтись, ну или на восходе. Сейчас восход, ну уже поздний такой восход, пару часов назад был. Ладно, пойдем.
дальше. Полазит езди на самом деле. Подсвечивает. Хова. Кактусы такие замечательные здесь. В принципе, прямо на песке растут. И питаются, я так думаю, водой, которая ночью конденсируется с этих больших красивых башен, камней. Или как там, скал. Образований таких. Не забываем подписываться, ставить лайки и писать комментарии в кос. Камушками ограничен наш маршрут. Показывай, куда нам идти. Мы иногда отклоняемся полазить по этим камням красивым. Вот. Полюбоваться природой, созданием ее. Черпануть энергии. Сейчас мы из тени будем снимать. Против солнца, я думаю, камера выдержит. Надо фильтр сюда ставить, да? Супер. Дорога проходит, но сплошной песок. На обычной машине, на седане, на вене не пройдешь. Такая, даже идти тяжело, зарываешься прям в пустынный Сахара. Поэтому, наверное, куда-то в интересное она ведет. С другой стороны, ты можно подъехать, я так думаю, на Horseshoe Bend, но это оффроуд, реальный оффроуд, должны быть протекторы хорошие и полный привод. Поэтому вот этой дороге проскочить можно, но куда там она подойдет, никто не знает. Дальше продолжим наш маршрут. Такие как бы расщелины. Или как будто метеорит упал. Растут кактусы, вокруг камни. Пруд такой, если он заполняется водой, я думаю, целый пруд. Вот есть меточка по кругу, насколько вода высоко стояла здесь. Ну и здесь тоже. Вот это раздваивается, что наш маршрут. Камушки сюда отходят. Непонятно почему. Чуть-чуть под наклоном. Осторожно надо быть, потому что там отвесный обрыв. И мы должны быть предельно внимательны. Туда прям можно улететь осторожно. Некоторыми местами, конечно, здесь есть высокие обрывы. Ух ты. Что можно сказать? Природа. Природа, погода. Фу.
немножко отдышаться от этой красоты. Невероятно, друзья, невероятно. Невероятно, а, друзья? Это невероятно. Фото будет классное. Вот и наша тропа. А вон и наша машинка. Круг мы здесь прошли. Великолепненько так. Почему-то в эти формации мы не ходили. Не знаю. А, нет. Сейчас пойдем. Тропинка туда как раз ведет. Весь мир у наших ног. Туда можно залезть тоже. Мы идем. Конечно, здесь спрятаться негде. Будет в обед. Солнце будет зенить. Сейчас хоть немножко тень есть. Какие-то ласточки на гнезда, наверное. Вот там. Не видно ласточек, не видно, но гнезда есть. Так, где у нас машина? Пора уже честно. Итак, не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Но вопрос такой. Значит, у нас здесь New Wave, левая сторона и правая сторона. Между ними каньон. Или наоборот, правая сторона, левая сторона, кому как встать удобней. Например, так. А, пишем в комментариях, кому какая сторона больше понравилась. Вот. И чем. Ну и также хорошо бы знать, знаете, чтобы лишний раз не ходить по какой там левой, правой стороне. Знать уже хорошее, самое лучшее посмотреть. Не тратить время на пустые, как говорится, времяпрепровождения, тавтология, да? Ну, что делать? Короче, пишем комментарии, чья сторона или какая сторона лучше, правая или левая. А мы продолжаем. До встречи. Вот там ребята наверху сидят уже. Красивенько так, да?
Очень красиво, ребята. Экстремально рекомендуется. Подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии.